Ну и в заключение песня, ставшая народной, ее автор, физик Валерий Миляев. Да, вот тут дети подходили, просили обязательно эту песню вспомнить. Вот идет по свету человек чудак, сам себе печально улыбаясь. В голове его какой-нибудь пустяк, сердце бит, и что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Сколько сердце молитвы не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько головой о стенку не стучи, не помогут лучшие врачи. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, не до сна. Без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. Еще разочек. Называется весна. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна. И не до сна. Приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Бестой, да? Спасибо. 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 Спасибо.